Всем большой привет! Меня зовут Юля, и добро пожаловать в новое видео. Как вы можете видеть, я уже немного так утеплилась, потому что на дворе уже осень, я бы сказала, даже по погоде уже полноценная осень. Я решила сделать такое небольшое дополнительное вступление, потому что хочу сказать, что данное видео будет завершать серию летних и сентябрьских влогов из Чехии. Дальше уже будут такие более уютные осенние атмосферные влоги. И как вы уже поняли из названия этого видео, мы с вами отправимся в город Кутна-Гора. Возможно, вы слышали про это место, так как оно очень знаменито благодаря коснице, которая там находится. Но если вы даже никогда не слышали про это место, я думаю, что вам вдвойне будет интересно посмотреть это видео. Так что желаю вам приятного просмотра. Всем привет! Сегодня мы приехали в город Кутна-Гора, и я сегодня вам постараюсь показать все самые интересные достопримечательности, в том числе, возможно, вы знаете, здесь находится та самая знаменитая коснице, так что надеюсь, что в нее попаду и вам все покажу. Сейчас от главного вокзала Кутна-Горы мне предстоит путь до района Седлец. Я обожаю такие ретро-минивены. Посмотрите, какой он милашка. Перед вами сейчас собор Вознесения Девы Марии и Святого Иоанна Крестителя. Чтобы вы не запутались, обратимся к карте достопримечательностей. Сейчас мы находимся в районе Седлец, где располагается Косница и собор Вознесения Девы Марии. После мы с вами отправимся в самый центр Кутна-Горы, где я вам покажу несколько интересных достопримечательностей и, конечно же, самую главную из них – это собор Святой Варвары. До самой Кутна-Горы добираться примерно час от той станции, куда приезжает поезд. Насколько я знаю, здесь ходят еще автобусы, так что, в принципе, я думаю, что любой человек, кто хочет добраться, он сможет добраться. Но просто надо немножечко сориентироваться, когда вы приезжаете, и не растеряться, и пойти именно в нужное направление. Я думаю, что, скорее всего, все разберутся, в принципе, когда приедут, но я на всякий случай здесь закреплю карту, как конкретно вам надо проходить, в какую сторону, чтобы идти именно к коснице. Вообще, там есть на земле специальный указатель, что вы идете именно правильно, так что думаю, что проблем не должно возникнуть. Чтобы дойти до коснице, вы можете увидеть такие значки на дороге. Значит, вы идете правильно. Здесь вы можете видеть актуальные цены для посещения достопримечательностей. Также там, где вы покупаете билеты, вы можете взять вот такие вот информационные листочки на многих языках. Я даже на французском языке видела, и на русском в том числе есть. Итак, а сейчас мы с вами заглянем в Косницу, или Часовню Всех Святых. Сначала я думала, что там будет страшно, но сейчас вы сами убедитесь, что это не так. А теперь отправимся в собор Вознесения Девы Марии. Данный кафедральный собор в районе Седлец является уникальным памятником ЮНЕСКО. Собор вместе с Косницей являются старейшей частью Кутна-Горы. Строительство собора продолжалось с 1290 года по 1320 год, и построен он в стиле северо-французской кафедральной готики, в которой присутствуют также элементы немецкой архитектуры. В 15 веке собор был практически разрушен, однако сохранил свою монументальность настолько, что в 17 веке ему был присвоен титул прекраснейшей базилики. В конце 17 века храм был восстановлен. В соборе были возведены уникальные самонесущие конструкции, свод, известный как чешская лепешка и винтовая лестница. После того, как император Иосиф II закрыл Седлецкий монастырь и превратил его в табачный завод, собор принял на себя роль римско-католической приходской церкви. Внутри собора находится множество редких живописных работ, к примеру, картины Петра Брандля. Для посетителей открыт первый антресоль собора, сквозь который можно пройти к хору, расположенному на западном фасаде, а в сокровищнице собора хранится одно из величайших сокровищ Центральной Европы – оригинал Седлецкой дарохранительницы.
Рядом находится милое кафе у Золотого Льва, где я советую вам взять попробовать смаженный гермелин, что переводится как жареный камамбер, только это не совсем французский камамбер, а именно чешская версия этого сыра. И так выглядит само блюдо. Очень аппетитно. Дальше отправляемся в центр Кутной горы. Я пойду пешком, но также можно доехать и на автобусе. Посмотрите, какие милые ухоженные садики у чешских домов. Выглядит очень мило. Итак, а мы тем временем переместились с вами в центр Кутной горы. Кутна Гора является одним из прекраснейших и исторически выдающихся чешских городов. Центр города очень живописен, он внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Многие достопримечательности имеют непосредственное отношение к добыче серебра в период Средневековья, и сейчас я вам расскажу почему. Мне удалось застать такой приятный мини-концерт на свежем воздухе. Название города Кутна Гора в переводе означает «гора старой монашеской рясы». Согласно преданию, один монах заснул на холме и увидел во сне серебряные слитки. Проснувшись, он на самом деле обнаружил их в указанном во сне месте и накрыл слитки своей рясой. Впоследствии на этом месте образовался рудник, а вокруг появились лачуги, трактиры, бани. Началась первая в Европе серебряная лихорадка. А сейчас мы с вами направляемся в сторону главной достопримечательности города, к собору Святой Варвары. Вот он уже виднеется вдали. Отсюда открывается очень классный вид, и вы можете видеть костел святого Якуба Старшего. Кстати, он был задуман с двумя башнями-колокольнями, а возвели только одну, вторая осталась недостроенной из-за ошибки в расчетах, так как храм стоял прямо над шахтами. Собор святой Варвары является жемчужиной в архитектуре города. Сейчас вы можете слышать пианино. Его как раз настраивали в то время, когда я там была. Посмотрите, как тут красиво, и какие великолепные витражи есть в этом соборе. В интерьере храма сохранилась галерея позднеготической и ренессансной живописи. Вершина искусства – это фрески капелл, в которых фигурируют темы, вдохновленные добычей серебра и чеканкой монет. Также можно подняться выше.
сейчас снова приятный момент для любителей искусства. Мы с вами отправимся в галерею Центрального Чешского края. Это второй по величине музей изобразительных искусств Чехии. Галерея расположена в недавно отреставрированном историческом здании Иезуитского колледжа. Здесь представлены в основном работы современных чешских художников, поэтому я вам просто покажу некоторые из них. Есть и немного провокационные странные инсталляции, например, крест, сделанный из швабр. И сейчас несколько приятных секунд с видом на город для тех, кто уже устал смотреть на все эти картины. Эти красочные полотна – работы чешского художника Станислава Дивиша, который еще и по совместительству является певцом. А сейчас вспомните красочные витражи, которые были в соборе. Я обратила ваше внимание на это, потому что при создании этих работ автор вдохновлялся сияющими витражами французских готических соборов. Еще мне очень приятно видеть при посещении городов, так это такие красивые яркие клумбы с цветами. Прямо на улице можно поиграть в шахматы или сыграть на пианино. Итак, надеюсь, что видео-влог из Кутной горы вам понравился. И сейчас я бы хотела показать небольшие фрагменты, которые я снимала, когда каталась на катамаранах по Вултаве. Это, конечно, такое довольно интересное развлечение, которое можно было попробовать в течение летнего периода, ну, также в начале осени. Оттуда открываются очень классные виды на Прагу с воды. Так что покажу вам некоторые кадры, и надеюсь, вам тоже очень понравится такая небольшая прогулка вместе со мной.
этом данное видео подходит к концу. Надеюсь, что вам оно очень понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал и в скором времени ждите очень классные осенние видео. Желаю вам всего самого наилучшего и до скорой встречи. Пока-пока!